Я читаю из книги Иисуса Навина, главу 4. Когда весь народ перешел через Иордан, Господь сказал Иисусу: «Возьми себе из народа 12 человек, по одному человеку из колена, и дайте им повеление и скажите: возьмите себе отсюда, из средины Иордана, где стояли ноги священников неподвижно, 12 камней, и перенесите их с собою, и положите их на ночлеги, где будет ночевать в эту ночь». Иисус призвал 12 человек, которых назначил из сынов Израилевых, по одному человеку из колена, и сказал им Иисус: «Пойдите пред ковчегом Господа Бога вашего в средину Иордана, и возьмите оттуда, и положите на плечо свое каждый по одному камню, по числу колен сынов Израилевых, чтобы они были у вас знамением. Когда спросят вас в последующее время сыны ваши и скажут: к чему у вас эти камни, вы скажете им: в память того, что вода Иордана разделилась перед ковчегом завета Господа, когда он переходил через Иордан, тогда воды Иордана разделились. Таким образом, камни эти будут для сынов Израилевых памятником навек». И сделали сыны Израилевы так, как приказал Иисус. Взяли 12 камней из Иордана, как говорил Господь Иисусу, по числу колен сынов Израилевых, и перенесли их с собою на ночлег и положили их там. И другие 12 камней поставил Иисус среди Иордана на месте, где стояли ноги священников, несших ковчег завета. Они там и до сего дня. Священники, несшие ковчег, стояли среди Иордана, доколе не окончено было все, что Господь повелел Иисусу сказать народу, так, как завещал Моисей Иисусу, а народ, между тем, поспешно переходил. Когда весь народ перешел Иордан, тогда перешел и ковчег завета Господня, и священники перед народом, и сыны Рувима, и сыны Гада, и половина колена Манассиина перешли вооруженные впереди сынов Израилевых, как говорил им Моисей. Около 40 тысяч вооруженных на брань перешло перед Господом на равнины Иерихонские, чтобы сразиться. В тот день прославил Господь Иисуса пред очами всего Израиля, и стали бояться Его, как боялись Моисея во все дни жизни Его. И сказал Господь Иисусу, говоря: «Прикажи священникам, несущим ковчег откровения, выйти из Иордана». Иисус приказал священникам и сказал: «Выйдите из Иордана». И когда священники, несшие ковчег завета Господня, вышли из Иордана, то лишь только стопы ног их ступили на сушу, вода Иордана устремилась по своему месту и пошла, как вчера и третьего дня, выше всех берегов своих. И вышел народ из Иордана в 10-й день первого месяца, и поставил стан в Галгале, на восточной стороне Иерихона. И 12 камней, которые взяли они из Иордана, Иисус поставил в Галгале. И сказал сынам Израилевым: «Когда спросят в последующее время сыны ваши, отцов своих, что значат эти камни, скажите сынам вашим: Израиль перешел через Иордан этот по суше, ибо Господь Бог ваш иссушил воды Иордана для вас, доколе вы не перешли его, так же, как Господь Бог ваш сделал с Черным морем, которое иссушил перед вами, доколе мы не перешли его, чтобы все народы земли познали, что рука Господня сильна,
и дабы вы боялись Господа Бога вашего во все дни».